два вида людей. Первые – рывковые. Кто такие рывковые? Те, которые быстро, мощно, энтузиазм пришел, энергия пришла, быстро сделали, реализовали, долго и планомерно, это не про вас. Кто здесь такие? Ну, здесь 80% таких людей, да? А те, кто планомерные, постоянные, изо дня в день, предпочитают прикладывать небольшие усилия для того, чтобы достичь результат, здесь такие. Для рывковых что необходимо? Нужно у вас, вы то гений, то безды. Да или нет? Да. Вы чувствуете себя гениальным в определенный момент времени и думаете, ну я самый крутой. На следующий день вы самый отстойный из всех, которые есть. Следующий день опять вы крутой и летаете в облаках, а потом опять отстой, вы вообще не можете поймать середину. Да или нет? Да. Вам нужно планировать ваше состояние. Знать, что у вас в определенный момент будет пик. Запланировать максимальное количество продуктивных действий, чтобы попасть в пик. Понимаете? Планируйте свои поточные верхние дела, и то результат для вас должен быть достижение состояния потока. Для рывковых, когда вы в состоянии потока, у вас нет преград. Да или нет? Поднимайте руки. Нет преград. Вас все слышат, вас все слушают. Вы убедительный, вы классный, супер. Но если вы слили энергию, вы не то что другим людям, вы себе даже ничего объяснить не можете. Да или нет? Да. Поэтому планирование состояния потока. Каким образом можно спланировать состояние потока? Вам нужно иметь стартер. Предположим, вы двигатель, вы очень классный двигатель, но у вас нет стартера. Двигатель не имеет смысла, он не будет работать, если нет стартера. Все женщины понимают, о чем, что такое стартер. Нет. Это такой механизм, который запускает работу двигателя, стартер. Что может быть стартером? Что может быть включателем вас в поток? Другие люди в потоке. Если вы сидите и думаете, ищете внутри себя, где же мой поток, а его там и близко нет сейчас, вы не сможете его вытащить наружу. Запишите себя в потоке, есть такой шанс, либо в потоке того человека, который вас вдохновляет. Выберите таких людей, слава богу, сейчас достаточно много. Включайте видео, 5-7-10 минут человек в потоке, он запустит ваше состояние потока. Вам нужны стартеры, включатели. Либо вы сами в записи, когда вы были в потоке в этот момент, либо другой человек в состоянии потока. Вы слышали? Да. Ценно? Простая вещь, но очень ценно. А можно вопрос?